Предложение депутатов Гагаузского парламента по корректировке проекта бюджета автономии на 2013 год – это попытка перекроить бюджет автономии в пользу города Камрад. Такого мнения придерживается глава Гагаузии Михаил Формузал. Согласно представленным корректировкам, предлагается уменьшить долю финансовых средств с определенных проектных направлений и бюджетов управления исполнительного комитета, чтобы сосредоточить их в бюджете примарии города Камрад. Идет очередное перетягивание каната и по Гагаузконцерту. Я ничего против не имею, чтобы директора Гагаузконцерта предложил состав Народного собрания Гагаузии. Речь не идет об этом. Речь идет о том, что культура должна быть сконцентрирована и пользоваться теми возможностями, небольшими финансовыми возможностями, с тем, чтобы эти коллективы занимались гастрольной деятельностью, зарабатывали дополнительные средства. Этот процесс перетягивания обратно всех этих коллективов с финансированием, он преследует только одну цель. Дадим Камраду все деньги Гагаузии. Но это какой-то неразумный подход. И я думаю, что депутатский корпус в Народном собрании Гагаузии должен более масштабно подходить и более масштабно смотреть на предлагаемые изменения. Другая корректировка депутатов Народного собрания предусматривает увеличение ассигнований на содержание дорожного фонда примарии муниципия Камрад на 1 миллион 75 тысяч лей. И в качестве финансового источника предлагается уменьшить дорожный фонд районного бюджета. Даже не рассмотрев, они уже предлагают. Вот столько денег вы дадите Камраду, вот столько дадите туда, с тем же дорожным фондом. Да мы ничего против не имеем, чтобы этот дорожный фонд перечислять примарии, но счетная палата показывает, что мы нарушаем республиканское законодательство. Поэтому мы говорим, нет проблем, мы вам перечистим эти ресурсы, но должно быть отмечено в законе, что они концентрируются в районном бюджете, а потом эта сумма перечисляется на примарию. Потому что там тоже есть вопросы. Около 30% дорог сосредоточено в Камраде, а 70% дорог сосредоточено по всему району. А 50% средств, то есть получается, что мы должны снимать с других населенных пунктов и все оставлять здесь в Камраде. То есть есть десятки, сотни вопросов. Эти вопросы должны решаться в спокойной обстановке, должны решаться прагматично. Пока я сегодня вижу, что доминирует 5-6 депутатов от Камрада с председателем, доминирует над остальной частью депутатского корпуса и идет перетягивание всех ресурсов, чтобы они остались в центре. Наиболее слабые в финансовом плане населенные пункты автономии нуждаются в большей поддержке. Поэтому мы не можем одним отдать все ресурсы, а другим не уделять внимания и не оказывать помощь. По мнению Башкана, правильно, когда Гагаузия развивается комплексно.